Снова уже знакомая обстановка. Майкл Баффер объявляет. Но вы, наверное, обратили внимание, что такой получается калейдоскоп, да, вот этих боев один за другим. Выходят, дольше объявляют, чем бой продолжался. Донни Лонг. Ну, это же ритуал просто. Да, да, да. Ритуал профессионального бокса. Смотрите, 15 побед, 3 поражения, 10 побед нокаутом. Вполне приличный послужной список. 187 рост у него примерно, 6 футов 2 дюйма там был, по-моему. Ну и вот, вот и сам Майк Тайсон. Примерно одинаково они по весу были. Где-то это 97-98. Уже по-другому совершенно. И когда объявляют на ринге, он же по-другому. Вот раньше, если он кланялся, то теперь просто руки разводит. Уже, ну, да, уже да. Появилось у него такое. Пренебрежение. Ну, наверное, хозяином себя, да, немножко, да, почувствовал в ринге, да. То он был мальчиком, который пришел завоевать это все, а вот тут он уже завоевал. Да, 8 побед нокаутом, они так даром не проходят. Ну, с каждым разом просто чувствует себя все. Ну, первый мощный удар он проводит буквально на второй-третьей секунде. Запугивает. Да. Он сразу хочет ошеломить противника. И вот сразу они начинают уже по канатам крутиться. Ну, просто запугивает. У него получается. Он... Видишь? Мужик, он же давит, он на них и морально, и он же не дает, не уходит сам, а просто он давит. Левый боковой, левый, по-моему, очень коротенький. Левый сбоку, да. Да. Левый сбоку. Видно, что там без каната коротко, постоять без замаха. Мы еще посмотрим на этот удар в повторе. Вот справа снизу, слева сбоку. Я думаю, сейчас этот бедный Донни Лонг взлетит. Серия ударов, видишь, серия ударов. Хочет еще? Да. Ну, вряд ли. Что, даст? Нет, будет еще. Да, 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 но это ненадолго. Ну, это уже, да. Это держится уже просто настолько на честном слове своей бабушки. И опа. Да, и все. И масса-то и хорошая у и противника, все. У Тайсона. Как вам? Масса большая, где-то под 98, под 100 килограмм. 100 килограмм. Да, они оба примерно одинаковые. Тайсон тогда полегче был, чем в последние годы. Но где-то 215 фунтов, это примерно 97 килограмм. Да, девятая победа. Девятый нокаут. Если раньше вот так скромно все это, да, а теперь он начинает уже эмоции высказывать своими там жестами. И, ну, он начал себя звездой немножко ощущать. Вот уже, уже, да, люди, наверное, уже люди на него ходили, он уже прогремел. Это же была поразительная история, что парень выступал несколько месяцев, а о нем уже говорили, писали. Давай посмотрим, насладимся еще раз. Вот, слева, первый нокдаун. Отлично, конечно. Ну, после этого удара, по-моему, фактически уже было все кончено. Да, видишь, он уже Вот, видишь, промахнулся, хотя спешил добить, как да, вот. Да. Ой, видел, прям нога оторвалась от этого левого бокового. Не от этого левого бокового, просто не знал, куда ногу деть. Да, 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 да. То ли за ринг переступать, то ли остаться. Ну, он уже совершенно, Донни Лонг уже не видит, куда бьет, просто там что-то машет руками.
И, наконец, упал на свое счастье, по-моему. Состояние груди было. Да. Было бы хуже, если бы он пропустил еще несколько ударов, как мне кажется. Вот, еще один удар. И даже то, он держал его, и все равно Тайсон успел пробить два удара с левой сбоку. Ну, снизу, а не сбоку. Да. Хотя противник держал Тайсон. Это ему мало мешало. Да, он просто вырывал руки и наносил удар. Ну вот, Майкл Баффер поет свою оду во славу победителя Майка Тайсона. Майк Тайсон. Еще один нокаут в первом раунде. Еще один повтор. Ну, я думаю, что на это можно смотреть сколько угодно. Хоть 10 повторов.